Ассаламу алейкум, Расул. Алейкум ассалам. Расул, очень рад тебя видеть. Довольно давно хотел с тобой пообщаться. По поводу твоего большого простоя, многие, знаешь, скучают по тебе, потому что ты боец харизматичный, известный, раскрученный. Многие спрашивали, а все, Расул закончил, будет ли он драться, сможет ли он вернуться на свой уровень. Где ты пропадал? Почему не было активности? Неужели вот эти два года не было желания, соблазна вернуться, подраться? Соблазна было, все было просто, видимо, знаешь, бывают периоды жизни у всех, когда типа хорошо, а когда плохо. Видимо, тот период, знаешь, когда мне было плохо, и мне нужно было перезагрузиться. Я по-своему перезагружаюсь, там, педали кручу, там, гуляю, бегаю, животных кормлю. У каждого своя, как бы, восстановительная процедура. Вот у меня такая была. Как раз перед последним вот турниром, который был, я как раз смотрел его, и мысли были как раз про Дудаева. Как раз. С удовольствием. Хороший бой разделил, получился разделил бы, да? Разделил бы с ним октагон, и вот через какое-то время меня услышали, короче, предложили, и я с радостью, как бы. В первую очередь, никакого негатива, ничего нету. В первую очередь, это спортивный интерес, потому что я вижу в нем перспективу хорошего, доброго парня, с которым мы можем нормально что-то показать, знаешь, заинтересовать еще публику. Для чего мы в этой сфере? В принципе, да. Твое возвращение в 66 килограмм, ты дерешься в 66. Как ты считаешь, 61 – это была ошибка? Да, это очень большая ошибка была. Я переоценил свои возможности, знаешь, я решил попробовать или как скопировать Конора, что ли, как бы сказать, в двух категориях. Да? Да. Потом, когда уже гонял вес и понимал, что либо я здесь умру, ну, на тот период я как профессионал, я должен был понимать, что мне нужно вес огнать в первую очередь. Я как профессионал я должен это сделать, да? Ну, мы как бы у нас работа такая, так же. Я взял на себя ответственность, я должен был это сделать. Я эту ответственность сделал. Ну, в итоге произошло то, что произошло. Плюс у меня, как сказать, период был, когда все против меня было на самом деле. И я был, не был готов, как сказать. Психологически, наверное, да? И это в первую очередь. Потом, и, как сказать, не было команды, ничего не было. Я сам себе был предоставлен, как сказать. А это очень важно в нашей сфере. Поддержка родных, близких, там, людей, которые тебя тренерски ставят. А я был реально себе предоставлен и был такой разбросанный, такой туда-сюда, как по жизни, как бродяга. И все, сейчас собрался с мыслями, собрался, и сейчас нашел определенные людей, с которыми тренируюсь и иду к своей цели, да, вот как клуб тоже. Как Russian называется клуб? United Russian Fighters. United Russian Fighters. Да. Ну, там в основном, как бы, название как United Russian Fighters, ну, а то, что много кавказцев, это и всегда многих напрягает. Ну, я думаю, будем искать перспективных славян. Понятно. Или помогать. Да, а вот знаешь, если углубиться больше в твою жизнь, вот было ли что-то еще, чем ты занимался эти два года? Может быть, какое-то увлечение на стороне, может быть, ты в чем-то другом себя хотел попробовать? Ты парень умный и понимаешь, что спорт не на всю жизнь. Есть ли какие-то направления, которые тебя интересуют? Знаешь, каждому дано свои этапы жизни, пройти свое. И моя жизнь состояла в том, что я всегда через что-то должен был проходить, к чему-то приходить. И это тоже такие же этапы жизни мои были. В итоге у нас каждый период жизни там есть какой-то наш момент, где мы там либо растем, либо падаем. Видимо, должен был через это пройти. На данном этапе Новый год, как бы новые силы, новые, все новое такое, знаешь, вдохновление, новый клуб, люди и как бы решил все поменять и попробовать позаново все. И все двери сами потихоньку открываются, как и вы вот на комментарии. Бой с Абдурахманом. Многие ждут его, потому что со стилистической точки зрения это очень такой перспективный поединок. Знаешь, многие ставят на то, что это будет трехраундовая рубка. Сам как ты видишь этот бой? Так я вижу. Я никуда спешить не собираюсь. Он тоже, думаю, мы более заинтересованы в чем? В шоу. Как бы он свою работу знает, я свою работу знаю. В первую очередь хочу поработать три раунда, и чтобы именно не было такого, чтобы я срывался, бежал там. А спокойно мы с удовольствием поработали, как нужно. Все зрелище ему показали. В любой позиции, в любой стойке, в любой партере еще, как говорится. Ты начал лиги ACA, на тот момент еще ACB, очень таким ярким нокаутом. Глеристона Сантос пострадал от твоих рук, скажем так. Очень зрелищный бой был. Победа в твоем стиле. Эмоциональная такая. Дальше была неудача в бою с Шабулатовым. Многие видели тебя явным фаворитом, и многие считали, что это, в принципе, ну, Шамилю рано с тобой драться. Как ты считаешь, в чем ты допустил ошибки в тот раз?
моя, в первую очередь, моя переоцененность, плюс мое нервное состояние, плюс как я себя преподнес в начале, даже тот этап, когда я ему не пожал руку, я это все кручу, понимаешь? Все, что происходит, я постоянно кручу, я понимаю, что мы делаем какие-то определенные шаги, которые не нужно было делать. Не пожал руку где? Перед когда боем? Face-to-face. А, face-to-face. Я просто на таких эмоциях был, как тебе объяснить, у меня такой бардак в голове был, что я сам себе создал какие-то иллюзии тупые, знаешь, эмоции, и из-за этого как бы все уже наперекосяк шло, понимаешь, сам мой настрой и все остальное. Я понимал, что я могу спокойно подраться, просто мне нужно было просто не бежать никуда, не спешить, просто делать. Ну, видимо, я должен был пройти, как бы, как сказать, я думаю, ничего не потеряно еще. Сейчас главное, как я люблю говорить, в себе я выиграл, в себе я проигрываю. Да, да, да. Да, и просто это, как сказать, период был надо было перезагрузить сейчас и по-новому смотреть на все. А вот знаешь, а вот эта поездка в Казахстан, ты не раз дрался в Казахстане, и вот давно вот эту вашу тему боя с Арманом мусолили. Насколько тяжело для тебя поездка получилась в целом в Казахстан? Не знаю, я туда ехал уверенно в своих 100%. Плюс я понимаю, что есть вне силы, которые тебе точно на земле, когда ты едешь на чужую землю, там своя энергетика, свой настрой, все свое, понимаешь? И публика своя. Так что я был уверен в своей победе, но, видимо, не так все пошло. А вот эта энергетика зала, там очень серьезная атмосфера была, это один из последних, она на тебя-то как-то влияла? Когда влияет, знаешь, когда тебе говорят, что мы гостеприимные, а когда перед боем в тебя там кидают бутылки и говорят «умри», и это не одна бутылка, а штук 10-20, и когда вместо того, чтобы выходить на бой, ты видишь, что к тебе, как сказать, ну, не хочу неправильно выразиться на самом деле, да, но это не есть то, что о себе говорят на самом деле. Либо это прежняя публика, да, которая за года, либо это как бы ненормально, по мне. Ну, сбило, да, это тебя? Меня не это больше сбило, меня другие ситуации сбили, которые я тебе до этого рассказывал. Все. А так, в другом аспекте я вышел, плюс вот этот, когда вот этот перезаряд произошел, уже нет того заряда, того пыла. После вот этого. Должен был пройти, да, теперь зато я уже по-другому ко всему отношусь, уже понимаю, что впереди меня будет ждать и что я уже должен заранее уже быть готовым к этим ситуациям. Все. А ты вот, ну, наверняка ты видел, как Арман после тебя выступает. К сожалению, он сейчас проигрывает, 2 боя подряд проиграл. Как ты считаешь, в чем его проблемы? У каждого свои проблемы. У меня свои хватает, да? Да, у меня, я за чужим огородом не люблю наблюдать. У меня свой огород, мне нужно в нем разобраться, в нем полазить, что-то, что нужно выкопать, закопать. Другим советы, я думаю, есть кому там правильно говорить, что у него хорошо, а что плохо. Знаешь, вот недавно было интервью у Камила Гаджиева. Камил периодически вспоминает тебя. Видимо, все-таки вот ваша эта многолетняя связь, которая была, она очень прочна еще. Вот, он вспомнил тебя и в первую очередь хотел бы узнать, видел ли ты это интервью последнее про тебя? Если честно, я интервью не видел, но мне отрывками скидывали его определенные вопросы. Это все есть на самом деле. Когда ты с человеком, как сказать, плотно был, он как талисман, можно было сказать. Мой талисманом был, он знал об этом. Я без него никуда, когда ездил, заряжал меня с тем отношением. Потому что, знаешь, когда у тебя не было определенных аспектов в жизни, да, там, братской любви, там, отцовской любви, еще что-то, и ты видел в нем это все, и ему отдавал. А потом со временем все так поменялось, и все, что мои определенные, как сказать, выходки были, когда я сделал, это было связано именно лично с ним. Не с Fight Nights, не лично с ним, и потому что я его любил его как отца. Когда начались аспекты там, наш туда-сюда, я тоже думаю, ну, раз туда-сюда, я тоже пойду туда-сюда, и все. Ну, смотри, вот, не хочется этот конфликт ворошить, но все-таки, знаешь, вот есть момент, он в каждом интервью говорит о предательстве с твоей стороны. А есть ли у тебя претензии к Камилу? Наши дыма без огня не бывает. Вот и все. Что говорит там? Он же так остается для меня родным, потому что и будет таким же. Я не люблю, как бы, с людьми, которыми я делил тарелку, делил много чего в своей жизни. У меня нет аспектов как-то, знаешь, я думаю, у всех есть своя голова на плечах. Каждый сам со временем может либо принять свои ошибки, либо, знаешь, либо не принимать, это его проблема. Я люблю говорить как есть, то, что я вижу, то я и говорю.
все поменялось, и я тоже поменялся. Если все так же было, как и тогда, я думаю, все так же было, как и тогда. Вот и все. Просто и те моменты, когда говорят, что я там за 5000 перешел куда-то там, ну это не так все было на самом деле. Дело не в 5000, а дело было лично с ним отношения. Когда я ему задал вопрос, а там говорили. Плюс, давай посудим так, в нашей сфере деньги очень серьезно имеют аспект. Это потому что мы готовимся за свой счет, мы все делаем за свой счет, да? И у нас нету там поддержки, еще что-то. Потом, каждые 5000 долларов, это имеет значение для любого бойца. Это, кто-то вообще это только 5000 получает, понимаешь? Кто-то и столько не получает. Да, кто-то и столько не получает, понимаешь? И говорит, что, допустим, сравнивает там 20 плюс 20 и 25 плюс 25, и начислением каждый бой по 5000, это большая разница, по-твоему? Весомо. Это большая разница, так же? Да. Ну что, говорит, плюс говорит о том, что когда вроде бы я любимчик, и самым последним получаю зарплату, тоже неинтересно, понимаешь, быть. И жить, ждать, пока твой день придет, тоже это как бы, знаешь. У каждого своя дорога, я люблю экспериментировать, постоянно что-то новое открывать. Падаем, поднимаемся, идем дальше. Что еще делать? Ну смотри, Расул, ты несомненно как бы звезда российского масштаба, мирового масштаба мог бы быть в перспективе, где-то что-то не получилось. Но вот Камил часто говорит, и кто-то с ним соглашается, что в Fight Nights на тебя делали акцент в медийном плане, там ты дрался постоянно, главное, в боях, а в ACA ты один из многих. Ты согласен ли ты с этим высказыванием? Если честно, я акцент на это не делаю, и я не бегу за тем, что есть. Потому что я тебе говорю, кто-то за это деньги платит, а меня это по жизни преследует. И я говорю, альхамдулля, иду дальше, вот и все. Чего мне еще говорить? Как-то, знаешь, это все непредсказуемые вещи. Это само собой происходит. Мы либо это принимаем, либо нет, вот и все. А вот знаешь, матчмейкинг в лиге ACB в начале, потом ACA. Левистона Санта, Шамиль Шабулатов, Арман Аспанов, Абдурахман Дудаев. Нравится тебе такой матчмейкинг по отношению к тебе? Устраивает ли он тебя? Или вот спросить, если тебя, ты бы немного с другими ребятами подрался бы? Знаешь, я изначально понимал, что когда я подписывал, что я буду большей части драться с молодыми. Угу. Потому что им нужно имя, им нужно... На тебе имя сделать, да, типа? Да, перспективы, стоп, ну как Шамиль. Да. О нем никто не знал, так? Да. У него вся галочка получилась. О нем все узнали. Он нормальный год. Большая победа. Да, этап заработал также. Да. Это очень большая для него. Это я считаю самый большой шаг в жизни, который вывел на уровень. Несомненно. Ну, такое, знаешь, как бы, это должно было произойти, потому что это не от меня все происходит, это происходит сверху. Но ты же можешь не смириться с этим, вот кто-то может подумать, кто-то может это увидеть так, что на тебе имя сделают, а ты говоришь такое, ну попробуйте сделать на мне имя, давайте попробуем. Можно же так отнестись? Ну, можно, но я думаю, это уже все, что в голове. Какая голова, так и будешь ты воспроизводить все, знаешь, как ты к этому, знаешь. Я не шую негатива, у меня его так его по жизни хватает. Я спокойно хочу радоваться, чтобы люди вокруг меня радовались, и все. Да, где-то я бываю вспыльчив в своих высказываниях, что, ну, все мы такие, по-своему, знаешь, свои, имеем свою такую, знаешь, теорему жизни. Главное, что сейчас, вот сейчас, на данном этапе, а не то, что было или, знаешь, прошло. Угу. Сейчас нужно вот говорить о том, что есть сейчас, на самом деле, это фактор, да? Расул, долго не дрался, в финансовом плане тяжело приходится? Нет. А у меня никогда легко не было. Жизнь в столице, все дела, как бы. Знаешь, грех жаловаться, на самом деле. Живу и живу, радуюсь. По воле Всевышнего, как говорится, все идет своим чередом. Самое главное, твое отношение к людям, к жизни, ко всему остальному. Что ты хочешь видеть, на самом деле. Какие ты иллюзии создаешь, какие ты пространства хочешь для себя открыть. Это очень важно, на самом деле. Наши негатива и так хватает по жизни, на самом деле, даже. Нужно просто стараться находить везде частичку радости и радоваться. Как твоя мама сейчас поживает? Я знаю, что это самый дорогой человек для тебя. Это понятно. И... Да, она приехала помогать мне. А здесь находится? Да, вот. Диетолог, да? Да, диетолог. Диетолог. Я наоборот приеду, там 80 килограмм сейчас. Она там творог, курицы привезла мне кучу, знаешь. Этот. Я говорю, я вес гонять буду, куда, говорю. Вот так вот. Да, как мама вообще реагирует на твои успехи? Она знает меня с самого детства еще, когда я убегал с интерната, она полицейским деньги платила, чтобы меня искали. Она натерпела уже с самого детства и уже знает меня, и как сказать, знает, что я как бы голова на плечах есть, и как бы, знаешь, где-то, конечно, делаю плохо, где-то хорошо. В основном я стараюсь
ошибки своих прошлых не совершать, и которые меня преследовали. Я сейчас пытаюсь новый уровень, новый этап. Все хочу по-другому, хочу как-то какое-то развитие, какое-то, знаешь, как тебе сказать, как будто, знаешь, ракету в космос запустить. Ну а вот сейчас какие у тебя, знаешь, вот такие, если конкретнее говорить, задачи? У тебя есть бой, понятно, что далеко заглядывать не хочется, но это титульные амбиции, это проводить яркие бои, это зарабатывать деньги. Вот что у тебя сейчас главное? Понятно, что одно без другого не может сосуществовать, но на чем ты делаешь акцент? На данном этапе у меня сорвать куш 100 баксов. 100 баксов, да? Кстати, бонусы же хорошие вели. Да, я же о чем и говорю. Да. Ну, по воле случайной, конечно. Ну, есть намерение, как бы, охота, как бы. Не, на самом деле, каждый хочет жить хорошо. И да, ну, есть периоды жизни, когда мы можем это хотим, но это не дается. Для того, чтобы идти, нужно идти к этому. А через что? Через труд. Вот я вернулся в свой труд. Сейчас новый этап, как-то новое вдохновление, мой год игрины. Надо по-другому сейчас идти. В Дагестане часто бываешь, Расул? Ну, к сожалению, уже нет. Последнее время, когда я последний раз приехал, я так, что-то внутри у меня так... Обида засела такая на ситуацию некоторые. И я так для себя как-то сказал, что я как бы... Мне здесь... А на самом деле, я, знаешь, как люблю говорить? Я говорю, не зря с детства мечтал туда выскочить, чтобы туда возвращаться. Просто я эту всю кашу знаю внутри. Она не меняется до сих пор. А жить нужно, но как-то радоваться, как-то, знаешь, уже... Эта старая школа, она была, ты ее прошел. Надо новую, новую. Столица — это новый этап, новое развитие, как бы, люди, все остальное общение, развитие. А вот та ситуация, которая произошла, ты ее отпустил уже? Все, это в прошлом, ты не думаешь об этом? Знаешь, говорить отпустил — это не так, конечно, будет. Она по жизни уже со мной. И тем более, когда уже это полмира увидела, да? И определенно это как бы тебя будет по жизни преследовать. Я понимаю, что это видео увидел, кто-то меня, как сказать, у каждого свое, знаешь, уже понятие по поводу меня началось, да? Кто-то, может, что-то увидел, но кто-то что-то, знаешь, и... Ну, это как бы меня не касается. Меня касается в том, что на данном этапе, что я хочу сделать, и даже... Такие ситуации у меня по жизни много раз было, на самом деле. А много осуждающих людей тебя сейчас? Вот больше было осуждающих людей, или ты нашел поддержку? Были люди, которые тебя поддержали? Знаешь, каждый этап дается для чего-то, чтобы ты осознал все, что вокруг тебя. Узнал людей, да, поближе. Я осознал много чего на данном этапе, когда я... знаешь, когда ты сидишь, и у тебя бывают моменты, когда ты мог полгода один сидеть дома. Никто тебе не звонит, не интересоваться, как ты вообще, чего ты вообще, знаешь. И когда ты понимаешь, что вокруг тебя только единицы. Там итог. Которых тебе Бог послал, можно сказать так. Которых со стороны тебя видит просто, и на стороне как тебя поддержку дают. Все. Это единицы. Я видел, как во мне многие разочаровывались, как многие опустили, ну, как это сказать правильно. Ну, жирный крест поставили на меня. Списали. Да. Я думаю, достаточно в зал прийти и посмотреть меня, как я здесь катаюсь. На коньках, и потом все ясно будет. А кстати, вот в зале бывает такое, что там молодые, а это Расул, надо с ним жестче поработать. Чувствуешь ли ты такие моменты? И, ну, в том плане, что это же Расул, надо как бы показать себя. Ну, а садить всегда можно вовремя. Нет, я всегда работаю с удовольствием. И если уже обратка идет, это уже его обратка идет. Это как негатив, понимаешь? Угу. Если ты чужой негатив не понимаешь, он не твой. Если ты его понимаешь, то он уже твой, так же? А ты вообще за боями следишь, Расул? Если честно, в последнее время, вот только последний турнир, а после этого я, у меня этот, как сказать, отторжение. Такое, да, отторжение было очень такое, и от всего прям, все, что связано, потому что всю жизнь занимаешься этой, и не может быть так, что ты, знаешь, и у тебя периоды, и ты прям сказал, ну, со мной ничего не случилось, все нормально. Ты должен перезагрузиться заново, как бы, как будто как возродиться, да? Возродиться, да. Я думаю, у Грозного в Колизее будет видно. Бомба должен быть, мы это все ожидаем. Кстати, вот знаешь, очень часто ругают нас, матчмейкеров, там представители лиги говорят, вы совсем Расула не жалеете.
Вот. Как ты думаешь, может быть, было бы, может, и хуже, что если бы тебе какого-то молодого поставили бы очередного ноунейма, лучше, может, и этот бой? Как да, ты лучше, считаешь? Лучше него, я думаю, не было бы. Да. И по мне, лучше него не было бы. Но тебя же это устраивает? Или вот честно, как? Я сам этого хотел мысленно, угу. Да. И я же вижу перспективу бойца. Я понимаю, что мы можем показать с ним. Я понимаю свой уровень тоже, да. Угу. И, знаешь, я стараюсь не думать о мнении чужих или что-то. Даже когда акцент на бой были, там, афиша, угу. Мне столько умников начало писать. Ну ты читаешь комментарии? Не все, попадаются так, знаешь, которые так, иногда после тренировки там залипнешь, там, знаешь, просто прочитаешь. Чтобы такого не видеть, тоже, знаешь, не бывает в комментарии. Ну все равно. Видишь, да. Просто по мне, если я вижу, что мне не нравится, я его либо блокирую, либо удаляю. Я очень сильно, на самом деле, за последнее время слежу за своим спокойствием. Для меня негатив в сторону, да? Это, для меня это очень важно. Каждый какой-то негатив, я стараюсь его... Мне нужно улыбаться, радоваться. А в личку, там, скажем так, что было самое безумное, что тебе написали, что тебя прям задело? Жесткие сообщения бывают в личке? Дураков хватает, но на них нельзя обижаться. Без них жизни не была бы жизни, на самом деле. Блок, да, сразу? Нет, спокойно, салам алейкум. Расул, какой у тебя сейчас, какое у тебя окружение, скажем так? Какой у тебя досуг, с кем ты время проводишь, вот помимо тренировок? Да, вообще, с мамой. С мамой? Знаешь, столько всего прошел, и людей познал, и все остальное, и прочувствовал. Есть единицы, которые в тебя верят, на самом деле. Есть единицы, которые тебя как-то поддерживают. Это единицы, которые тебе сейчас даже вот в клуб, uh-huh. который любят. Рокки там друг у меня, да, он меня давно знает уже. Он знает меня уже, и как бы даже то, что его, он меня поддержал, призвав меня в клуб и дал какую-то поддержку, мне уже приятно, я уже чувствую себя нужным, в первую очередь. Знаешь, мы все хотим быть нужными, так? Конечно, конечно. Мы же это в первую очередь, мы любим быть нужными. Когда мы понимаем, что мы уже не нужны, и нам уже не интересно самим так же. Вот и все. Когда ты понимаешь, что тебе нужно, тебе звонят, интересуются, что тебе поддержка, ты где там туда-сюда, тренировка не поехал. Ну, приятно, приятно, да, в любом случае. Да, вот из-за этого это все тебя заряжает, и люди, которые ты видишь, определенные наши, они тебя так заряжают автоматически, ты сам уже как бы наш, сам не понимаешь, все происходит так. Ну, кстати, сейчас, скажем так, отзывы, все равно ребята же говорят, Расул в зале, многие говорят, Расул очень серьезно тренируется, начал к делу относиться прям очень серьезно, профессионально. Я понимаю, что мне нужно создавать дальнейшую жизнь для своих детей, для своей матери, то, что я хочу, да, дать ей и именно. И тот единичный круг, который вокруг меня, который верит в меня, на самом деле. Мне больше ничего не нужно. А сколько у тебя детей, кстати? Трое. Трое, да? Мальчик, девочка? Две девочки и мальчик. Они с тобой живут или как? Или Нет, все отдельно. Самое печальное мне. Это мое проклятие, как говорится. Ну, ты говорил, что у тебя и когда ты рос, тоже примерно такое было, да? Что с отцом? Ну, да, у меня с отцом как бы не такие отношения были. Два раза в жизни, как бы, первый раз он меня в детстве украл. Ага. Меня потом приехали, забрали. А второй раз я бандитом был очень серьезным, и мать уже мне хотела руки отрубить. И она не знала, что мне делать, и меня к нему депортировала. И я пожил там у него какое-то время, и люди к нему в гости приехали, они увидели его, как он ко мне относится. Через месяц, там, полтора, они мне говорят, побежали с нами. Я свой на страх и риск, значит, убежал. 80 километров, по-моему, ты говорил. Да, 80 километров по железной дороге бежал, а самый прикол, когда я только убежал, вот только по полю бежал. И я видел, как отец на тракторе ехал, меня искал. Это трудно объяснить, понимаешь? Это просто нужно... Люди думают, что у меня сердце убежится сюда, через пятки. И я все-таки на свой страх и риск сделал шаг и убежал. Ну, добежал там до родственников, потом мама приехала, типа, говорит, ну, что ты, говорит, типа, обратно меня хотел отправить. И я со слезами на глазах ей говорю, если ты меня сейчас отправишь, она знает меня, что я человек слова есть. Я говорю, если ты меня сейчас отправишь, говорю, ты меня больше жизни не увидишь, говорю. Она посмотрела в глаза, поняла меня, что я не вру, и все. Вот так вот. А часто вообще детей своих видишь такое? Я общаюсь с ними. Общаешься? Время проводишь? Да, сейчас уже другой мир, другой, знаешь. Да, хоть как-то, знаешь, стараюсь быть наше. Когда у тебя этого в жизни не было, вот этого примера, понимаешь? Это же есть пример, так? Когда Конечно. У тебя есть пример. А когда вот ты не было этого примера никогда, ты пытаешься это создать, но ты не видишь себя в этом, понимаешь? Ты
привык всю жизнь быть один, выживать один, и все остальное наше, вот этот инстинкт животного, короче. И все, и пытаюсь себя прогрессировать, как бы пол жизни прошло, сейчас уже новый этап жизни, новое время, новые как бы цифры. Надо исполнять свои мечты, пробовать идти к ним. Вот и буду идти к ним. А, вот понятно, что в плане карьеры... Выиграю 100 баксов и пойду к этому. Улучшать жизнь, да? Да, улучшать жизнь. Что ж, Расул, тогда задерживать тебя особо не будем. С тобой приятно пообщаться. У тебя, несомненно, очень такая интересная и тяжелая жизненная история. Надеюсь, все твои проблемы остались позади. И сейчас такая, знаешь, улучшенная версия Расула Мирзаева вернулась. Ничего. Видео, как ты улыбаешься, конечно. Спасибо большое, брат. Да, Александр, конечно. Все взаимно.